Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ крестово-подвздошного сочленения пациента 37 лет, выполнено 3 августа 2018 года. Выполнено МРТ крестово-подвздошного сочленения в двух плоскостях с жироподавлением. Отека костного мозга не найдено. Суставные щели симметричны, не расширены, жидкости не содержат. Замыкательные пластинки без эрозии и субхондрального склероза. Заключение. МРТ признаков сакроилиита не найдено. Не отвечает Нью-Йоркским критериям для анкилозирующего спондилита. Завкафедры профессор Холин А.В.